считаем, что, конечно, солдату труднее и тяжелее. Но когда бойцы видели нас, ну, например, вот ситуация, где идет урона и идет зачистка. Они нам говорили, что мы сумасшедшие, что через автоматы сюда соваться это страшно. Ну что ты будешь делать, если на тебя выстрелят все просто автоматы? Возьми хоть гранату. Я очень много в свое время снимал отчеты. В общем, мне бы такое, что есть такие избитые фразы, цвет мешает. Главное, ничего не мешает. Если человек правильно сознание использует цвет, он работает точно так. Мы обязаны научиться добиваться ответственности от людей, принимающих решения. Люди, которых вы видите на фотографиях, они ответили за все, что происходило, собственной жизнью, собственным здоровьем. Их семьи отмечают распадом, проблемами, потому что люди, вернувшиеся из зоны боевых действий, соответственно, они психологически травмированы, с ними трудно находиться. Чорно-біло-сірому настрою сьогодення. Не тільки на сході України, не тільки, а і, в принципі, у нас також. Тому що просто партія кольорів життя у даний момент в Україні буде дуже тяжко. Ну, дійсно, настав такий сірий, чорний момент, ну, по певних причинах, і нас також. Мені подобається, справді, я ще, правда, не встигла ці всі роздивитися фотографії, але мені дуже сподобалася фотографія хлопчика, де він ніби видно, що він щось робив, а просто потім на всіх містах зробив, і це було дуже багато фотографій, тому що хоч це віддалений портрет, а вони так близько видно.